вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 26 мая, день российского предпринимателя. Первыми ласточками в свое время стали кооперативы, а именно в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное течение под названием индивидуальное предпринимательство. Но об этом чуть позже. Сегодня на Алтае отмечают экологический праздник – День снежного барса. Регион принимает своеобразную экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. У родившихся в этот день 1829 год в этот мир приходит Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Историк, публицист, журналист, академик, племянник декабриста. Читал русскую историю будущему императору Александру III и великому князю Константину Константиновичу, который вошел в русскую литературу как поэт К.Р. Он был в числе основателей высших женских курсов, первым директором которых смог пробыть 4 года и которые поэтому получили неофициально название Бестужевских. 1878 год. В этот мир приходит Айседора Дункан, американская балерина, одна из основоположниц танца модерн. Она предпочитала танцевать босиком в довольно короткой тунике. Настолько короткой, что были видны ее колени, что для того времени, как вы понимаете, было просто недопустимо. «Тайная овеяна» и «Смерть красавицы». Сентябрьским вечером 1927 года женщина закинула на шею длинный шарф и села в кабриолет, чтобы отправиться на концерт. Перед этим она сказала: «Прощайте, друзья, я иду к славе». Машина тронулась, шарф Айседоры зацепился за колесо и затянулся. Так не стала одной из интереснейших женщин столетия. В 1935 году родился Алан Чумак, телевизионный целитель, который, помните, по утрам заряжал воду с помощью телевизора. А в 1938 году обаятельная Людмила Петрушевская, русская писательница, поэтесса и драматург. Также сегодня день рождения британского музыканта Дэвида Боуи, он родился в 1948 году, и американского рок-музыканта Ленни Кравица, он родился в 1964 году. Помимо того, что он рок-певец, он еще автор песен, продюсер, звукорежиссер, художник и актер. Анжелика Варум тоже отмечает сегодня день рождения. Она появилась на свет в 1969 году. Настоящее имя Мария. Выросла в театрально-музыкальной семье. С детства мечтала о карьере драматической актрисы. Мама Татьяна Шаповалова – театральный режиссер. Папа Юрий Варум – известный эстрадный композитор. Он-то и стал в свое время первым продюсером дочери, после того, как та потерпела неудачу при поступлении в столичные театральные вузы. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1521 году, в такой же день, Папа Римский осудил высказывание Мартина Лютера, который посмел критиковать церковь. Монах обратил внимание на то, как церковь бесчестным образом зарабатывает деньги, продавая христианам бумаги за подписью папы, где гарантировалось искупление всех грехов и прямая дорога, естественно, в рай. А в 1883 году в Москве был освящен храм Христа Спасителя. Церемонию приурочили к коронации Александра III. В западном крыле храма укрепили мемориальную доску с надписью. Завещанная императором Александром I, заложил император Николай I, довершил император Александр II, освящен при императоре Александре III. В 1931 году для реализации плана строительства Дворца Советов, или как его еще называли, Дома СССР, храм Христа взяли и взорвали. Правда, в результате построили не дворец, а огромный бассейн Москва. Ныне храм восстановлен. В 1923 году во Франции проходит первая автогонка под названием «24 часа Лимана». И не просто гонка, а автомарафон по кольцевой дороге. В путь отправляются 33 автомобиля. С тех пор местность обретает всеевропейскую популярность. В путь на автомобиле должны были отправляться гонщик и механик с необходимым набором запчастей инструмента. Смысл соревнования был не в скорости, а в выносливости техники и людей. В 1938 году в городе Вольфсбург Гитлер самолично закладывает первый камень под заводскую новостройку – Volkswagen. На новеньких конвейерах предполагалось собирать модель, теперь известную нам как «Жук». И все это делалось для финансовой поддержки всего немецкого народа. Но, как оказалось,
Тогда напрасно. После начала войны завод стал выпускать армейские вездеходы, колеса для танков, а позднее даже ракеты Фау-1. А история «Жука» передвинулась на мирное время. 1972 год. В ходе визита президента США Ричарда Никсона в СССР в Москве подписан первый договор об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-1. Соглашение предусматривало отказ обеих сторон в течение 5 лет сооружать новые пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и пусковые установки ракет, размещенных на подводных лодках. 1977 год. Человек-муха Джордж Уиллик забрался по внешней стороне того самого центра всемирной торговли в Нью-Йорке и был задержан полицией, когда очутился на крыше 110-этажного здания. Восхождение занимает у него 3,5 часа, а штраф за нарушение общественного порядка составил $1.10 по центу за этаж. 1994 год. Тайная свадьба Майкла Джексона и Лизы Мари Пресли в Доминиканской Республике. По другим данным, свадьба прошла 18 мая. Бракоразводный процесс закончился в августе 1996 года. Странная семья. Ну еще об одном событии подробно. 26 мая 1988 года Верховный Совет СССР одобрил закон о кооперации в СССР. На Западе слово «кооперативы» традиционно ассоциируется с социализмом. В России с них началось частное предпринимательство. К моменту принятия закона только в Москве уже насчитывалось около 1500 кооперативов, созданных в порядке эксперимента. Старт дали принятые в феврале 1987 года постановления о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного потребления и в сфере общественного питания. Осенью того же года проходит выставка первых изделий – вареных джинсов, кроссовок а-ля Adidas, видеокассет, футболок с изображениями кота Леопольда и Микки Мауса в цветах советского и американского знамен. Давайте жить дружно! И, кстати, это было последнее публичное мероприятие, которое Ельцин посещает в качестве первого секретаря горкома КПСС. Ну а я вспоминаю свою первую кооперативную футболочку, которая и недели не прожила. Растворилась, что называется, прямо на мне, по швам. Но ощущение фирменной вещицы на себе тогда было очень приятным. Как говорится, не все золото, что кооператив. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».